Как сообщили в сочинской инфекционной больнице, сейчас на курорте подтверждены 4 случая заболевания корью. И, как отмечают в Роспотребнадзоре, эта проблема не только южного региона. Фиксируют случаи болезни по всей стране. Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения является иммунизация. И сейчас в регионах началась, как назвали ее в Роспотребнадзоре, подчищающая вакцинация непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых. Таким образом, эпидемиологи рассчитывают укрепить коллективный иммунитет против кори, чтобы сдержать распространение инфекции в большинстве регионов страны.